Мечта 11-летней Надежды из Ивановской области связана не только с ее выздоровлением. Девочка любит рисовать. Узнав о том, что в Подмосковье стартовал международный арт-фестиваль Urban Morphogenesis, она захотела присоединиться к творцам и создать большой рисунок по своим эскизам. Мне понравилось все, но больше всего то, что рядом с знаменитым художником, как бы, думаю. 17 августа Надежда вместе с мамой приехала в Одинцово. С первых минут общения стало понятно, что она здесь своя. И с художниками они говорят на одном языке. Надя активно включилась в работу по выбору цветовой гаммы. Девочке хотелось, чтобы ее лайк был заметен каждому. Это единственная девочка, которую вот такая вот была мечта. То есть, насколько я понимаю, исполняют разные, да, как бы там. Мечты разных людей. И вот совпалось просто с тем, что она хочет именно нарисовать здесь. Открытие музея уличного искусства в городе Одинцово состоится 31 августа. А пока жители могут не только наблюдать за тем, как преображаются серые фасады домов, но и присоединиться к арт-фестивалю. Мария Шматкова, телекомпания «Одинцово».